выкопала многолетнюю астру сорт Диана. Такая розовая, красивая астрочка, невысокая, шариковая. Продаю 20 гривен кустик, но я практически никогда астры не высылаю одним кустиком. Ну вот, вот это кустик, вот такие астрочки я получаю, видите? Вот один корешок с отростками. Я высылаю всегда вот так, 1, 2, 3, вот еще 4, тут еще можно поделить. Но даже не в этом дело. Хочу рассказать, как правильно ее посадить. Астра, хотя и неприхотливое растение, засухоустойчивое, но требует тоже внимания для того, чтобы она была всегда красивая. Вот обратите внимание, у нее нижние листочки, видите, вот подсохшие, такие коричневые, а верхние зелененькие. Этому кустику, это большой куст, было у меня видео о нем, ему лет где-то 5. Астра растет хорошо на одном месте до 3 обычно лет. Ну, 5 редкость. Ну, у меня вот так. Обычно через 3 года, на 4 год, она поражается мучнистостью. И вот эти все зеленые листики становятся такие с белым некрасивым налетом. Она цветет, но листья некрасивые, не такие вот зеленые, как у меня вот здесь. Чтобы этого не было, астру нужно омолодить. То есть выкопать весь куст и посадить по одному отростку. Делать это нужно весной. Почему? Смотрите, вот рассмотрим один куст. Вот старые корни. Вот старые. Сейчас я вот сюда положу, чтобы было лучше видно. Значит, вот старые корни. Вот так она размножается сталонами. Видите, вот такой подземный побег. Называется сталон. От него вылезает вот так вот на расстоянии такими зелеными отросточками. Сегодня уже 4 октября и начали, чуть-чуть начали отрастать, видите, всасывающие корешочки. Но они слишком малы. Если посадить такой побег сейчас, скорее всего, он пропадет. А вот весной, если вы выкопаете этот куст, тут будут мощные-мощные корни, вот отходящие от этого сталона. И вот так вот надо взять, один сталон выкопать, ну, оторвать от старого куста и посадить. Так делается не только для размножения, но и для омоложения. И тогда на осень будет маленький, кругленький, шикарный кустик вот такой вот розовой астрочки. А сейчас, когда вы получите, вы просто вот так вот посадите вот это все в землю, а вот это вот так вот должно быть сверху. Так как оно росло, так оно должно быть. А весной уже выкопаете этот куст. Ну, можете и не выкапывать, в принципе. Можете вот так просто обрубить, и пусть сидит. А вот этот вот старый кусочек выбросить. И у вас будет сразу несколько кустиков. Ну, ну что сделаешь? Надо, чтобы, если вы хотите, чтобы была красота, значит, надо и делать красоту своими руками. Астра многолетняя, сорт Диана.